Это было потрясающе. Эти впечатления я запомню на всю жизнь. Этот прием, эти гастроли тогда, почти 20 лет назад. И вот за эти годы я не раз приезжал сюда, но каждый раз это было событие, потому что приехать в такую даль... Ну, вообще, думаю, что сегодня шутка. Это дорогого стоит во всех отношениях. И я очень вам благодарен за то, что вы сегодня нашли возможность и желание прийти ко мне на эту встречу. И думаю, что вы об этом сегодня не пожалеете. Запомнили этот вечер. Хоть сегодня 1 апреля, но тем не менее, это правда. Я в Владивостоке. И сегодня, случайно, может быть, мне очень приятно выступать здесь, потому что в зале находится человек, который для меня очень много значит. Это мой папа, он сегодня здесь. Thank you.